Скажите, пожалуйста, знакомо вам такое слово ГТО? ГТО? Да. Конечно. Ну что это такое? Как? Готов к труду и обороне. Скажите, когда-нибудь приходилось сдавать? Ну, когда-то, я же с той планеты, Советский Союз. Что-то было, да, но это было так давно. Норматив сдавал. Как? В свое время. На какой значок? Ну, значка не получал, ну, а так занимался это в школьное время. В годы школьные. Ты сдавали? Ну, нет, я не помню. Уже больное время прошло. Вообще, что такое, что подразумевает под собой ГТО? Вот, ну, не расшифровка аббревиатуры, а вообще, что это такое? Ну, это физкультура. Бегали, отжимались, прыгали, в футбол играли, волейбол играли. Спортом занимались дети. Вообще не знаете? Нет. А что это? Ну, готов к труду, обороне, нормы сдавали. Не-не-не-не-не. Пришли всякие. Нет. Не знаете, нет. Да? Но в советское время это сдавали. Слышала что-то. Мне лет уже 60, конечно, я сдавал ГТО. Расскажите об этом. Готов к труду и обороне. С 6 или 7 класса, извините, у меня это зеленый свет. Пусть ребята учатся. ГТА – это подготовка, как? Ну, мальчики больше подготавливаются как уйти в войну, идти в военное училище, а девочки просто для спорта. Вот сейчас школьникам предлагают ГТО сдать. Вы считаете это полезно, нужно? Я думаю, да. Да-да-да-да-да. Меньше будет курения, распитие спиртных напитков и так далее. Самое важное и самое главное для молодежи это первостепенное имеет значение. Вещь хорошая, нужная. Все надо, и к труду, и к обороне надо готовиться. 100% правильно. Дети должны знать, чем заняться, не шляться. Это наше будущее. Я считаю, что это правильно. Потому что сейчас наши дети только сидят у компьютера. Они же, хочу сказать, совсем не развитые. Какие все больные. Выйдут на улицу, как посинеют. Физкультуру у них забросили. Конечно, есть дети больные. Им, конечно, освобождаются от физкультуры. А которые здоровые, я думаю, что это только на здоровье пойдет. Должны спортом заниматься. И это же здоровье. А вот ГТО, между прочим, говорят, может до 90 лет сдавать. Конечно, я до сих пор с внуком прыгаю, играю. Можешь попробовать и сдать, а? Ну, могу сдать. Я спортивный человек.